Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию супер спасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятушки, слушаем трек «Фараон». Классно, молодец, так классно, свежо, модно, современно, ты понимаешь? Вот твою музыку, да, на дискотеку, в клуб, ты понимаешь? Молодежь, шары такие красивые, да, так они крутятся, да? Полумрак, молодежь танцует, это знаешь, как классно, это же шикарно, в руке джуз. И они просто попивают и слушают, и балдеют, танцуют, классно, молодец. Прям шикарно получается, молодец, талант. Так, еще скажу самое главное. А какой красивый голос там был. Как он красиво пел, да? Да, какой красивый, классный трек. Стильный голос такой. Вот красиво прям. Прям, ну, это очень модно. Да, очень модно очень звучит. Модно. Мне очень понравилось. И мы три прослушали трека, и все три были разные. Очень интересно еще, было послушать еще в таком стиле. Здесь ударные инструменты. Да, преобладают. Такой ритм давал, ритм, да. Чтобы двигаться было удобно, да? И, знаешь, двигаешься прям шикарно. На дискотеке, да, с удовольствием молодежь слушала бы, с удовольствием, молодец, все понравилось. Голос красиво подпевал, красиво, музыка шикарная, инструменты все задействованы, и ритм отдавал хорошо тогда. Да, классно. Молодец, молодец, мне очень, прям вот талантливо, действительно профессионально. Я думаю, это прям настоящий композитор, да, это вот, ну, мне да, кажется, занимается... Что круто сделано. Да. Занимается музыкой, я так думаю и знаю, наверное. Занимается музыкой, композицией. Именно вот музыку у него, учеба музыкальная где-то, вот может какая-нибудь академия музыкальная. И у него именно специализация вот именно... Создание музыки. Да, создание музыки, да.
Но и голос тоже, который на заднем фоне, очень круто звучит. Голос красиво, там вообще классно. Пожалуйста, продолжай дальше радовать нас всех. Ты замечательный артист. Молодец, умничка. Пока, друзья.